В Центре детского творчества в рамках месячника «Оборона массовой и военно-патриотической работы» в форме игры прошла историческая викторина «Горжусь историей Отечества». В игре, которая состояла из 5 туров, приняли участие 12 команд школ города и района. В состав жюри вошли депутат Совета Темирутского городского поселения Евгений Жулай, штатный священник храма Святого Михаила Архангельского города Темрюка иерей Иоанн Алексик и директор Центра детского творчества Вадим Шнайдер. Вопросы исторической викторины очень разнообразные и познавательные, охватывали историю нашего государства со времен крещения Руси до наших дней. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас – монголов и Европы. Автор Александр Блок. О чем идет речь? Ребята приняли активное участие в игре, увлеченно обсуждая задаваемые вопросы и с готовностью отвечая на них. По итогам викторины всем участникам были вручены почетные грамоты. Призовые места завоевали команды школ номер 1, 10, 3 и 15.